Приветствую вас, дорогие мои друзья. Мой канал был взломан, удалили несколько видео. Было зафиксировано чужое устройство. Мы с моими друзьями все восстановили. В качестве рекомендации мне сказали повременить с активным комментированием на канале. Я вышла из чата в WhatsApp с общей перепиской. Кто знает, тот знает. Вернусь ли я в эти чаты, скорее всего, нет. Но это не помешает мне смотреть моих любимых друзей на YouTube. Спасибо вам за внимание. Скоро выпущу ролик с масленицей. Это видео в скором времени удалюсь. И, дорогие мои друзья, Сергей, ватсаповцы, все, Оксаночка, Лариса, всех перечислять не буду. Ну, вот такое положение вещей, поэтому я вынуждена была выйти. Ну, короче, полный взлом. Смотрю, конечно, вас с удовольствием. Посмотрела тренировку первую, чуть не заплакала, что я не принимала участие. Вот, ну, в общем, только-только разобрались с программой. Поэтому всем привет, всем моим друзьям, самым любимым на YouTube огромнейший привет. Всем-всем перечислять не буду, потому что очень много. Инночка, мое подверье, передаю огромнейший вам привет. Всем абсолютно. Я была в таком расстройстве, в таком шоке. Ну, короче, кому-то я очень сильно нужна. Взламывают паразиты мой канал, поэтому пока без комментариев, друзья, буду смотреть. И вынуждена буду скрыть и у себя комментарии, и даже лайки. Временная история. Всего доброго. Всего вам доброго, дорогие друзья. С любовью к вам, Альбина. Всех вас люблю.